Вместе с нами музыкальная группа «Радис Кокет». Еще раз доброе утро. Доброе. Как настроение, ребят? Вообще, вы так с утра проснулись? Легко было вообще смотреть? Вообще-то это ведь не ваше время. Вы же рок-музыканты. Ночные жители. Честно говоря, вообще в первый раз за столько, как бы сказать, ну, каждый из нас просто не первый год, это мы первый год вместе играем. Угу. Вот. Ну, в 6.30, сколько я помню, за 14 лет рок-н-ролл ни разу не играл. Вы впервые встретили утро? Рок-н-ролл? Да, да. Ну, просто, знаете, вас не приглашают на утренники, уж извините. Ну так, это не совсем формат. Чем порадуете, друзья? Какая песня будет следующей? Следующая песня будет называться, она будет «Мой путь». Вот, и хотелось просто маленечко пару слов. Последний раз крайнюю песню, то есть отыграли до этого, вот, как-то слушатели наших так резко обошли, вопрос задали, вот, я прихожу в гримерку, там как бы на телефоне несколько таких обиженных смс-ок, типа, что вы про нас-то вот ничего не сказали, как так, поэтому нет, слушатель у нас свой есть, конечно, изначально начинался из наших друзей, да, то есть там таскали с собой на концерты, все, потом как-то это уже аудитория и людьми в целом, которые нам даже некоторые незнакомы, обросла, поэтому слушатель свой есть, пусть еще не многочисленный, но есть, поэтому им всем привет, мы всех любим и ждем на всех наших концертах. Вот, и вас будем очень рады видеть 11 числа. Вот, там помимо нас еще будут играть наши друзья, то есть несколько красноярских команд, сильных, качественных. Вот, поэтому мы ждем. Обязательно придем, насобираем по знакомым косухи, там зажигалки и обязательно заляжем на дно вот где там в кабанчике, да? Отлично, да. Прямо сейчас давайте исполните еще одну песню. Что это за песня? «Мой путь». «Мой путь», путь. Точно. Да. Давайте мне, давайте. Одна из потерь. Мы можем.
должен взлететь выше, чтоб быть там, где суждено. Спасти меня, я падаю, слышишь, на самое дно. Дискокэт, группа, которая, в общем, осуществляет музыкальную поддержку с воздуха сегодня утром в программе «Утренний кофе». И группа обязательно к нам еще вернется. Друзья, спасибо, разминайтесь перед следующим выходом. Ну, а мы, пожалуй, продолжим.